Ну что, ребята, сегодня работал в бане Вудсон, в компании Вудсон. У них был юбилей, 50-ю баню они продали. Вот, и отработал пол компании, попарил. Вот, работал на печи Сангенс. Здесь стоит девятка. Вот, и еще был наш парогенератор от компании на пару. Парогенератор показал себя хорошо. И работала и ароматерапия. И работали хорошо оба тена. Всем хватало. Парная большая. И чтобы не увлажнять стены, потому что она тоже у них работает как выставка, мы прибегали к парогенерации и аромагенератором. Вот. Сейчас он отработал. Вот так вот он у нас без воды показывает, что вода закончилась. Слили воду. Все отлично отработало. Печь, конечно, проседала немного, но такое количество огромное людей. Проход были коллективные парения, и просто парения. Я считаю, что как бы нормально. Вот. Свежее дыхание отработало тоже хорошо. Парили на матрасах от компании Вудсон, так как это Вудсон на премиум сегменте. Хорошая отделка сделана. Красивый потолок. Стоит ведро от компании Вудсон. Температура 362, 46,6 у нас парной, но быстро печка проседает, каменка. Надо все-таки ее заряжать полностью нержавейкой. Вот так организована подсветка. Полочка. Косметика от компании Вудсон. Ведро сегодня сорвали, клапан подтекает, но оно тоже в плитке. Пора захват. Вот, буду собираться уже. Заканчивается все парение. Немножко надо передохнуть. А так все отлично, все хорошо. Спасибо большое за внимание. Всем до новых встреч.